Да ты чё? Stop! Where's the Joker going? Guy's nuts, man. Killed about a quarter of black masked men when they wouldn't take orders from him. Unless you want to join them, talk. He said something about the steel mill. That's Sionis's mill. It's Joker's mill now. Ain't no way you're getting in there. I didn't ask for your opinion. Alfred, pull schematics on Sionis Industries steel mill. Joker's taken Sionis there. He's going to kill him. Unless I get there first. This Joker sounds dangerous. He's taken over Black Mask's operations and slaughtered the men who wouldn't turn. He's the one who hired the assassins. And it must be he who ordered the bombing of the GCPD. Oh, dear Lord, shouldn't you think about letting the police handle this one? Not a chance. He's mine. Так, Джокер, Джокер. Ох, это Джокер, блядь. Так, исследовать сталелитейный завод теперь. Как говорится, пингвин отменяется, да? Теперь у меня Джокер. Как главная цель. Ну да. Получается, что так. Как главная цель теперь. Бум. Тыщ. Сейчас возьму, сука, ствол. Тебе, сука. Я не понял, что за херня, ребенок плачет где-то. Ну это бомба там в коляске, 100%, ребят. Shiva, trying to collect the bounty. That's just a consolation prize, in case you fail the test. Test? I don't have time for this. Somewhere in New Gotham, an innocent man is about to die. And we both know you won't allow that. So the question is, can you find him, Batman? Can you save him? Так, найти невинного человека, испытание Шивы. Так, ладно, давайте сейчас качнем уровень. Это понятно. Так, теперь. Что это такое? Падение в Джезабел Плаза. Джезабел Плаза, это как... Звучит как какой-то отель, знаете, пятизвездочный, блядь. Джезабел Плаза. Хуяза. Так, ладно. That's the guy, motherfucker. А сюда мне прохода нет, да?
Я понял. Так, а теперь бы вспомнить, как бы сюда пройти. А как сюда пройти? А вот там должен быть проход. Так. Блять, хер он туда зацепиться не может, а? Зацепиться не может. Почему? Why the fucking problem? What's a fucking problem? Если так, по-честному. Блять, тут снайпер, сука. Как его, блять, не увидел. Снайпера надо ликвидировать в первую очередь. Так, теперь этих придурков тоже по очереди. Сука. Сваливай нахер! Так, стоим, ба. Вот видите, они вместе ходят. Сейчас они разделятся, и мы их быстренько раз, и все. Да вы затрахали, а? Вот так надо было сразу сделать. Все, последний пацан остался.
Вот это я лошара. Пстец. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь. Надо было чуть-чуть под... Сука. Ой, блядь, обидно, пиздец, обидно. Охереть. Просто охереть, ребят. Реально обидно. На, сука, we got company, блядь. Shut the fuck up! Блюдки конченые. Блять, да выруби ты его нахуй. Извините. Okay, okay, so he breaks guys in half. I still got a gun. Don't touch him. Might be booby trapped. Stay sharp or you knuckleheads get the same thing coming. All right, he can't be far, so stay sharp. No one's getting through here. Так. Слишком много, ребят. С двоими я, может быть, справился бы, но с троими нет. Поэтому надо ждать. Давай, давай, залазь. Джекпот, я тебе сейчас дам, блядь, джекпот, сука. Next one. Слушайте, нормально, они падают и вырубаются жестко. Короче. Сука. Короче, как... Блядь. Сделаем все намного проще. Да. Так, сюдым. Сюдым. Тудым. Блин, а холодно, как здесь, а? Так, один со стволом. Значит, надо быть очень аккуратным. Тех, кто подбирает пушку, их надо в первую очередь выносить.
все, с этими придурками разобрался. Так, коды доступа нужны. Просто так эту херню не открою. Так, ну ладно, давайте попробуем сейчас здесь пока посмотреть. Ах ты тварь. Понятно. Обойдем, как говорится. Так, это автоматическая турель, окей. Так, отвернись, дурачок. Так, они со стволами. Так, а где компьютер этот? Вот он, походу, да? Вот его и надо хакнуть. Alfred, I'm uploading data from one of Black Mask's servers. I need codes to bypass the security door in the loading dock. Receiving it now, sir. Interesting. Cyanus had a pacemaker implanted. It says here he had prolonged QT syndrome. Anything that raises its heart rate could trigger cardiac arrest. Cyanus was having the Joker followed. These photos show him obtaining chemicals used in making explosives. If I find Cyanus, he'll know what the Joker's planning. Sir, I found the security codes you were looking for. You have access to the building now. Так, отлично, доступ к зданию есть. Так, а тут еще стенка какая-то непонятная. Так, и что тут? А, ну просто вкусняшка. That turret is still armed. I should disable it with my disruptor. А, ее можно вот так отключить, да? Чем ее можно отключить? Чё-то я не понял. Так я ее отключил, нет? Да, я отключил. И хорошо. Так, это погрузочный сектор. Mr. Blue.
Alex's files, I found reference to a chemical similar to the compound you need for your glue grenade. I'm going to try to synthesize it in our lab. If it works, I'll have a prototype for you as soon as the resin cures. Good. I'll need it. The more I learn about the Joker, the more I realize there's something very different about him. Так. Теперь сюда. Видимо. Стенка. Это, кстати, вторая вкусняшка, которую я видел. Так, все хорошо, что я ее взял. Дальше сюда. Очередная порция болванчиков, которым надо вышибить мозги. Да? Need to find a way inside that room. Come on. Why are you messing with the place? Так, гугли нету. Я хочу сказать, что они без оружия огнестрельного, чисто биты, поэтому никаких проблем с ними быть не должно. Интересно. Ты гляди, зараза, что творит? Ты
просто. Так, эта херня пробивает стену. Looks like the crane shorted out. А, ну теперь можно хотя бы. Так, хотел сказать, сюда забраться. Нет, ну, наверное, можно, да? I've got to find a way to get through that wall. Отлично. That's more like it. Скрытая комната, что еще за скрытая комната? Signs of assault. Huh. His system is shut down. Acute toxicity. He's been poisoned. Так, все, да? Обследование сделали. Отлично. Просто великолепно. Так, ну идем дальше. Блин, а сюда я, наверное, пока никак не попаду, да? Блять, здесь этот, который перебивает сигнал. Ну ничего, ладно. Разберемся и с ним. Этот красавчик, кстати говоря, сволочь, как он меня увидел, а? Так, надеюсь, они меня потеряли. Готов.
сразу двоих. Все еще помехи. Наконец-то. Все. Всех вынесли. Так. Ударный детонатор. Хорошо. Так, пришли мы оттуда, да, по-моему? Так, я так понимаю, мне сюда. Да, вопросов нет. Неверный ответ. By my count, there are still 9 more ribs I can break. You think that'll make me talk? After what he's put me through, the torture. Все мозги вышибет с него. Murdered my woman. He's my kill, not yours. I can control your pacemaker remotely. You want to see what 250 beats per minute feels like? You wouldn't. Девчуля, вот с ней сейчас будет весело. Copperhead. Tell him and I'll pay you whatever you want. Make him suffer and I'll help him. An empty promise from a fallen king. I know about the Joker. Couple of freaks. You two deserve each other. Давай, Бетти, давай, садись. I killed you. And in a few more minutes, your body will realize it. That's it. Use your strength. With every effort, you hasten your end. Так. Must scan the room for. Надо изучить пробу яда. Copperhead's poison. Так, спокойно. У меня времени мало. Emil, perspiration. Copperhead came this way. Так, да, он пришел этим путем. All I need is one drop of poison. Только одна капля яда. It's a powerful neurotoxin. Так, загрузка бит компьютер. Uploading analysis. A neurotoxin. I need you to synthesize an antidote. Your vitals are off the charts. What happened? Never mind. Just get up to ground level so I can send in an airdrop. And after this, you're coming back here so I can have a look at you. Так, надо добраться до
место сброса противоядия, это будет здесь. Значит, наверное, сейчас надо выйти отсюда и идти на место сброса. Сучка, она где-то здесь. А мне, наверное, все-таки выходить надо отсюда сейчас. I need to get back to ground level. Да, Бетти, попал ты. Попал не то слово. Она меня не трогает. If he could see you now, throwing away your family's hard-earned fortune on these frivolous nightly escapades. And for what? You're not this city's savior. You're a Wayne. And a spoiled, wasteful disappointment of a Wayne at that. Have you forgotten what your family name stands for? You disappoint me. You disappoint me. Это галлюцинации, конечно же. Так, сейчас что-то будет. You could have saved me if you'd only come sooner. What were you doing? You're no hero. A real hero would have saved me. Да, галлюцинации конкретные. Так, это доступ к лифту. Она мне не даст уйти, зараза. Просто не даст. Это, знаете, это как реально пси-собака в сталкере, которая множится на кучу иллюзорных собачек. Вот так и здесь. Слушайте,
Я нажимаю реверс, но у меня ни хера не получается. Почему? Lo siento, Batman, pero mi veneno es la muerte. Now, sleep. Ничего, ребят, сейчас мы ее сделаем. Они меня реально выносят. Lo siento, Batman, pero mi veneno es la muerte. Now, sleep. Зараза. Надо с ней что-то делать. My venom will break my and then I will break. Так, внутри, да, здоровье, примерно, забрал. Have lots of fun to play.
Зараза такая. Надо ее добивать, ребят. Где ты сумеешь? Давай, держись, Бетти, держись. Сука. Да ладно. Неужели не получилось? You think you're cured? My poison is still in your veins and it will remain there as long as you live, which won't be very long. Так, отлично. Теперь мы примерно местоположение Джокера знаем. And I'm about to deal with the Joker. I didn't think that's wise after what you've just been through. You should come back here for medical. Not now, Alfred. Electrocutioner's gloves emit a powerful electromagnetic signal which I can follow with my scanner. He'll lead me right to the Joker. But I need to get out of the steel mill first. Так, баба это орёт, кстати. Ну пусть орёт. Орёт бедолага и орёт. Так. Всё, мне, короче, на выход. Очередная порция дурачков. Here we go, motherfucker. Что-то он затупил немножко быть. Ну ничего, бывает, все нормально. Самое главное, что мы их вынесли. Так, вот эту херню надо. I need to destroy that canister. Да уже. I'm uploading a chemical sample. I need you to run a scan of the city. Look for high concentrations of the compound. Find the source, and I can shut it down. Certainly. I'll alert you as soon as I've found something.
Так, отлично. Так, данные, это что за данные? Signal yet. I'll need to get to higher ground. The central pillar on Pioneer Bridge should do. Так, пока не пойму, куда мне надо. А, ну понятно, на мостик. Хорошо. Так. Так, зов помощи, найти сигнал. Слушайте, ну давайте все-таки сходим на этот зов помощи, чё ж бросать, так сказать, в беде, кто бы там ни был. Негоже, негоже бросать в беде. Himself the Joker. I... This is too much! Так, я почти на месте, так кстати. Старый музей, я его прекрасно помню. Чё, Паркхэм Сити. Так, ну и чё? Повесят на Бэтмена это все. А потом реально повесят на Бэтмена. Так, вот он, этот вертолет. No survivors. Someone will pay for this. I need to set up a crime scene to find out who. Так, надо найти улики. Охренеть, пилот улетел. The helicopter was spinning out of control. The pilot was killed on impact, not from the gunshot I heard. What caused him to lose control? Maybe I can learn more back on the rooftop. Так, ну здесь больше ничего, да? I can analyze the first point of impact from here. Так, вот. Он зацепился за это дерьмо. I should review the crime scene and find that tail rotor. Mm-hmm.
Прекратишь этот винт. Может, здесь где-то. Здесь, наверное, не будет. Это случайно не он. Так, винт, винт. Странно. Давайте здесь посмотрим. Может быть. Все, конечно, может быть, но что-то найдем. Вот, пожалуйста. Analysis will lead me to the shooter's position. Перематываем назад. Так, вот он. This doesn't add up. This man's a member of SWAT. So why'd he fire on a police helicopter? Воспроизведем, что было. This man didn't fire at the helicopter. He was aiming at me. The ballistics trace indicates this officer was killed by a ricochet from the same round that took down the chopper. There's only one person capable of a shot like this. Deadshot. The trajectory analysis will lead me to Deadshot's firing position. Так. I want a firing position. Место, откуда он стрелял. This must be where the shot originated. I should scan the area. Гильза. Just as I suspected, the shell casing matches others in the criminal database, and they're all linked to Deadshot. But his trail ends here, unless... There are numbers on the bullet casing. 451-326. Looks like a radio frequency. Проверим.
me at the bank so I can put a bullet in you and collect my prize. Oh, and in case you're thinking of backing out, I've got a hostage and a very itchy trigger finger. Вот и все. Так, ну все. Вроде как на мост теперь. С дополнительным заданием пока покончено, ребят. By some guy. Cut the ice! You want me? Так, отдыхаем, ребятки. Почти добрался. Уже почти добрались. Need to track the signal. His location. Так, а как отследить эту сигнатуру? Вот это вообще непонятно, если честно. Конечно, странно, но я не понимаю пока, что надо делать. Отследите электромагнитную сигнатуру. А, понял.